На протяжении последних лет бригада Александра Келя показывает один из лучших результатов в отрасли по темпу проходки и имеет приличный список собственных рекордов. Текущий год не стал исключением. Работая на современном высокопроизводительном комбайне Sandvik MB670 на пласту Болдыревский с марта по май 2021 года проходчики ежемесячно проходили в среднем по 600 погонных метров горных выработок. Причем в марте им удалось показать максимальный результат – 630 погонных метров. Этот показатель стал наилучшими достижениями проходки компании в регионе. Добавим, что по итогам 2020 года среди проходческих коллективов предприятий компании «Сой Кузбасс» бригада Келя показала второй результат. За год было подготовлено 3 километра 862 погонных метра. В текущем году у проходческой бригады есть все шансы обновить показатели предыдущего года и взять лидерство.